City Dance был основан в 1996 году и вошел в число 25 лучших танцевальных коллективов мира по итогам всемирно известного журнала Dance Magazine. 5 лет назад коллектив основал собственную школу, где обучают классическому балету и современным танцам. Услышав, что труппа Divine Performing Arts собирается приехать в Вашингтон, организаторы школы захотели больше узнать о китайском классическом танце. Костюмы были просто неземные, божественные. А оркестр был лучший из всех, что я когда-либо слышала. Все было просто замечательно и чудесно. Танцоры Divine Performing Arts продемонстрировали несколько особенных движений китайского классического танца, такие как выступ со спины, поворот в воздухе после шага вперед и поворот в воздухе без движения ног. Они также объяснили, что китайский танец обращает внимание на круговые движения и внутреннюю красоту. Труппа Divine Performing Arts возрождает традиционную китайскую культуру. Она приехала в Вашингтон, чтобы мы увидели это. Мы говорили о необходимости и важности показа этой культуры здесь. Они показывают это так, словно движение не стоит никакого усилия. Однако для того, чтобы это выглядело естественно, необходима упорная работа. Это хороший урок для танцоров любого стиля. Это упорная работа, которой ты должен посвятить все. А эти молодые девушки продемонстрировали такую элегантность. Это, несомненно, стало результатом невероятного долгого и сложного процесса обучения. Его увидят примерно 12 тысяч зрителей в оперном театре Кеннеди Сента. NTD, Вашингтон, округ Колумбия.